обсудить тему, с кем вы общаетесь. Я много раз об этом говорила и хотела вам сказать. Еще раз и еще раз напомнить. Запомните, что 5 человек, которые окружают вас, это среднее арифметическое вас. Так что осторожно, кого вы выбираете, с кем вы общаетесь. И если это невозможно исключить, потому что это родственные отношения, читайте книги, посещайте вебинары, посещайте разнообразные семинары. И там вы найдете людей, которые вас будут вдохновлять, и с кем вы сможете как бы найти общие интересы. Потому что с родственниками тяжело объясниться, и чаще всего родственники тянут назад, ну а вам хочется прогрессировать. Итак, посещайте семинары, вебинары, и это ваша как бы точка опоры. Пока-пока, и с вами была Таня. Ставьте лайк, палец наверх.